Вот как про люстры вот это я никогда такое, я даже... Оно нигде ни в книжках не написано, нигде ничего. Вот это... Все это приснилось мне во сне, это вот все вот эти... Вот эти люстры. Я вот не знал, что такая люстра. Обыкновенно висит в квартире люстра, она божественна. Она окажется божественной, это люстра-то называется. Вот. А я думал, просто так, стеклышко или так далее. И она божественная люстра. Вот и почему люди люстры в комнатах вешают. Вешайте люстры. Тем красивее, тем лучше. Она вам будет счастье светить и так далее и тому подобное.